пятницу в Самарской области облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха в дневное время плюс 12, плюс 16. Ночью 7-9, выше 0. Ветер южный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани облачно, пройдет небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью 9, тепла. Ветер южный, скорость 6 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, днем 14 с плюсом, ночью 8 выше 0, дождь, южный ветер 6 метров в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, днем плюс 16 градусов, ночью плюс 8, пройдет дождь, ветер южный 6 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 46%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.